Ты че точняк можно найти? Че? Эквадорцев. Эквадорцев? Так мы же смотрели когда-то. Да, сидят там 360p. Бедолаги. Ну и же них денег нет. Лица копченые. Ну, в смысле... Нет, вы неправильно поймете. Это ужасно. Я имею в виду, ну, бебки хуёвые шуршат. Я осуждаю. Я не то имел в виду. Здорово, это четвертая часть смешных моментов со стримов. Если вдруг прошлой части пропустил, то по подсказочке будет плейлист. Можешь наверстать упущенное. Приятного просмотра и погнали. Да, малыши, ой, малыши. Дети бегут, блядь. Давай, Макс, не бей детей. Помоги детям. Бей. Ну, въебал. Макс, они в жопу летят головой прям. Дома забрался, вон еще один. Бля, он притворился мертвым. Чтобы не ебали. Че кинули? Не-не, это я так подсветку ебать. Опа! Блин, сука, как блять, блядь. Подсветку, блядь. Ладно, похую, блядь. Блять, Артём, нахуй ты это делаешь? Беги, беги, зайчик, беги! 3 минуты спорта в день, сейчас. Стоять! О, Жим, это ты тут? Да, мы соседи с тобой, Макс. Опять? Давай, братишка, работаем, блядь, Макс. Да, блядь, козёл, руби его блядь. Сейчас, станешь, руби сразу, нахуй. А я ж не могу его рубить, я ж только на него садиться могу, блядь. Блядь, как это, мы только сидеть можем? По идее, да, я не знаю. Сейчас встань, отойди, я встану, да, я, блядь, он заебал. Заебёшь его сейчас, давай. Это у мумии такие прихвостни, типа, бомжи? Да. Блядь, он хуета. Уходим, брат, отсюда. Бля, он просто нас гнобит, блядь. Фуга, отвлеки охранника. Я могу его оскорблять. Блять, он доебался до меня. Я тут тоже был вне закона. Вы что, ай! Держите у себя в кармане золото и своровал. Его звездочками бить. Беги, беги. Издалека. Он будет бежать. Он на улицу побежал. О, пока он побежал, я ворую. А, блядь, тут этот же продавец, сука, в крысу мне по затылку бьет. Фуга, ты как там? Я спрятался. Не пускайте ее ко мне. Давай, Артем, сбоку. Не, вот. Я стараюсь. Давай, а я стрелами ее. В ляжку ей. Сейчас в голову, брат. Все хорошо. Фуга, блядь, через щелочку выглядывает, блядь. Стоит на забор. Давайте, а у тебя хп мало или что? Да, да. Все, Фуга, все, выходи. Да все, стойте. Сейчас. Я сейчас буду спать и ждать этого убийцу. Давай, и мы так оденемся. На первый день. Ладно, за работу. Во, вот он, я его вызвал. Челы с постом. Хуярь. Чур, это мое, потом следующего сами это. По очереди, давайте я следующий. Да, да. Хуярь его. Рукопашку качаю. Я не попадаю, по-моему, ни разу в него, ребят. Попадаю. Я вроде тоже ни разу не попал. Все, все, тихо, все мое, все мое. Блять, убийца. Пизда ему. Два убийца. А, да это, блядь, меня кто-то ебанул. А, это фейк, это Артём. Хуярь его. Я бью его или не бью огнем? Он умер. Все, все, следующий. Вон дверь бежит, вижу. Вот он бежит кто-то. Кто эти странники? Кто это такие? Куда? Что за хуйня? А кто это такие? Это мы их убивали? Это ниндзя вот эти, блядь? А, это реально. Они вернулись. Ребята, наши ниндзя, которых мы убивали, встали и голые хуярятся. Это зомби, блядь. Зомби-ниндзя. Блядь, а я думал, что это кто-то из наших бежит. Блядь! Началось! Началось! В аду! Блять! Там оборонительное сооружение, я сейчас усуну. Товарищи, аккуратно! Я не пойду туда! Ебать, ты нихуя охуенно! Я никого не вижу! Ребят, я боюсь! Я боюсь, ребят! Я не смогу туда пойти! Ребят, я не могу туда идти, я боюсь! Пойдем! Я не могу! Я убью! Брат, я умираю! Нет, брат! Брат, я за тобой! Пацаны, куда вы меня привели? Нога! Фуга, вы в западне! Контейнер! Мясо! Фугу убили! Я убил кого-то! Я умер!
Вперед, 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 вперед! Не утоните только, только не утоните. Артем! Че, я ничего не могу. Блядь, терпил удачи. Терпил, у тебя место освободилось. Терпил, утонул. Ну, остается плыть, ребят, вперед. Налево, вперед. Все, я тону. В нас стреляют из-под копа. Туда гранату ему первую. Блядь! Попал. Направо, направо! Максим! Максим! Хороший Максим! Ебал он в бочку! Садись, садись! А, все, танк. Его съесть надо? Да, избить их, избить их. Максим, Ташку убьем. Макс, тихо, ничего не трогай! Макс, ничего не трогай! Блять, где... Макс, стреляй оттуда, стреляй оттуда! Блин, нормально. Заебись, я думал, Макс, пизда на танке. Я думал, блядь. А тут вот как пройти, блядь? Тут вот поворот. Блядь, сейчас, фуга. Ой, ёпта. Я по моей тактике его хуярить. Да выебывался я. Прыгать можно. Ебать, там улетел кто-то в небо и не возвращается. А, все, что-то приземлился. Бля, фуга, ты угораешь, что ли? Лети назад. Ебать, фуга, хамбайкнулся почти. Выжил, ему засчитали. Ты че угораешь? Что это? Я не понимаю. Большое сердце, маленькая абрикосина. И какие-то линейки вокруг. Тоже надо это пройти. Писька у нее огромная, я так понял. У меня огромное ухо и маленький мозг. Блять. Ладно, залью тогда. Так там не слышно возмущения. Ну, ничего, видно мои эмоции. Надо было отредактировать, да? Давай посмотрим, как тупо выглядит. Ну, это гениальный ТикТок. У меня маленький мозг, я даже со звуком не справился. Сигма-фильтр. Нормально. Ну, я пробовал, у меня не работает. Что-то не работает, нихуя это. Видео начни. Только так, я не хочу снимать видео. Ну, где? Блять! Ой, бать, я ничего не делаю, оно само теперь натянуло меня. Ебать. Это реально выглядит так реалистично. Можно лайков, ребят, пожалуйста? Пожалуйста. Можно лайков? Чуть-чуть. Ой, это надо мне. Ой. Так. Готовы, ребят? Опа! Еще раз ебем. А когда видос пойдет? Я уже устал, а видоса нету. Алло! Поехали! Опа! Go! Go! Let's go! Сейчас, надо подползти. О, все. Блять, твою ебал. Almost did it. Это хуйня какая-то. Almost. Сейчас... Ну-ка. Ага, видали? Изи вообще. Планка. Listen. Опа. It's gonna be hard. You're gonna have to dig deep. Отжиматься реально, что ли, придется? Ну, сука. Все, я умираю, блядь. Get off your knees. Pull your pants up. Блядь, хуёво. You almost did it. О, господи. Это прекрасно. Так выглядит любовь, я считаю. Приятного аппетита, мужики. Артём, сожги пушинок. Не-не, я их всех оставляю, даже не продаю. Блядь, видите, какой он добрый. Блядь! Телескоп с вами поделится. Вот. Э-э, что там происходит у пацанов? Так, отойди, блядь, отойди! Отойдите! Да тут пацан какой-то мешает нам! Нет-нет, настройте его сами. Да пацан мешает настраивать нам телескоп! У него там проблемы какие-то. Сука. Все, погнали, братишка, что с тобой? Все хорошо? Может, успокоишься? Ну ты не нервничай. Ты не нервничай. Да ну успокойся, ты уже там сейчас до ядра земли вытопчешь под собой. Почему я должен слушать такую дуру? Это ты меня дурой назвал, блядь? Возможно, твой дядя был прав насчет тебя. Ты не умеешь вовремя остановиться. Ой, я-то прекрасно знаю, когда остановиться. Unbelievable.
По-моему, ты не знаешь, когда остановиться. Что за рыба еще тут лежала? Это Вован. Ты, он рыбачит, да? А чем он ловит? Да, да. Вот так вот он делает. Он прыгает потом. О-о-о-о, сейчас клюнет. О! Бля, он как в Sims. Че, Вован? Он в ахуе, что мы с него ржем. Отойдите, ребят, давайте не улетать. А че с Максом? Макс. Опять со мной что-нибудь пробует? О, там что-то еще лежит, смотрите, рюкзак тут. Это мой рюкзак, ребята. Это мой рюкзак, отдайте. Подождите. А, мы выбрали, типа, что делать. Это, блядь, это сюжет. А, нет, остановитесь. У нас много денег и тушенки. Я въебался. Прыгайте на него. Вернись! Я сейчас он зацепился, мужики, за ними. О, поехали! О, поехали! Смотри, кто идет! Я счастлив, что мы остались. Он типа опоздал на вертолет. О, нихуя, ля. Я чёр наверху сплю. Блядь, Лёня, нахуй, слезь. Лёня, ебать, просто. Лёня. И убежал с ними куда-то. Мы по несколько раз в одном месте копаем, чтобы глубже. Стоят менеджеры, блядь. Картошка сама себя не выкопает. А выход этих замечательных видео ты можешь поддержать, подписавшись на мой Boosty всего от 49 рублей. Ты получишь эксклюзивные видео, стримы, ну и, естественно, благодарность. Ссылочки в описании. До встречи!